8 января мы в метро смотрим цены на рыбу. Такая купеса, не знаю, как он по-русски будет, 29.50. Кефаль 36. Маржан 189. Судак. Ну, судак 96, так и есть судак. Сибас 214 большой. Офигеть. 214 лир кило. Ставрида вот такая 91. Чупра маленькая 70. Что-то я большую даже не ожидаю. Теперь дешевле увидеть, если маленькая дорада 70. По ценам хожу немножко балдею, конечно. Чупра он, как я люблю, килограммовая по 160 лир. Просто жесть. Сазан 58, красиво. Рыба скоро будет доступна только самым богатым людям, короче. Я приехал, по 19 лир была, чупра, леврек, сиба, здорово, вот это красиво. Меламур 47, кальмар 126. 27. Это не креветки, я все забываю, как они называются. И креветки 150, причем это не королевские 150. Это обычные, как кефаль 45. Миди 26 пакетик. Скидок нет, акций нет, и получается сибас и дорадо. Тут по 70, по 60, по 80. Вот чупра дорадо 75, причем мелко. Сибас 78, леврек 86. Увидите эти цены, конечно. Красивый сибас такой по 104 лиры за кило. Обалдеть можно. Дорадо 76. 107. 58. Не знаю, что за рыба. Вот такой леврек красивый. 129. Сто 130, вот перед вами, это все сибас, там сибас он 115, дорадо вот такая 84, 86, цены просто трэш, они когда хотя бы акцию запускают, то по акции есть по 50, по 45 лир, а сейчас нет никакой акции, просто тут реально покупать рыбу по 70, по 80 лир, это конечно вот маленькая чупра. То есть дорада, она по 74 лиры. Маленький сибас леврек, вот он, 86. Короче, цены просто... Ну, коммент, короче. 8 января, Алания, метро.